Всем привет! Пришла маленькая хреновина из Китая. Здесь у нас, я хрен его знает, какая-то хрень для этого, блин, для лица, короче. Палочки для вытаскивания угрей, не знаю, что за фигня. Короче, сейчас посмотрим, что это такое, с чем это едят. Так, дошла посылка довольно-таки, шла долго посылка, где-то шла она, где-то 40, дней 40-45. Она шла без трека, стоимость посылки что-то в районе 100 рублей, 1 доллар где-то, нет, да, где-то 1 доллар она стоила. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. О, они даже в чехле такие, иголочки такие. Вот такие вот иголочки. Я не знаю, как оно работает. Острые. Вот такие вот ребристенькие иголочки. Видимо, чтобы держать и что-то там выковыривать из лица. Ну, блин, не знаю, конечно. Красота требует жертв, но я не знаю, настолько ли. Ладно, фиг с ним. Вот такие две иголочки пришли. Пока делаю, пока распаковывать нечего. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на группу в соцсетях. Всем пока.